взрослые? Уважаемые взрослые, кто был быстрее? Дети? Я не поняла, дети? Нет, я же была самая быстрая. Я! Ну я! Ну скажите, что это я? Все расслабились. Все расслабились. Тут вас чего-то как-то много. Ты туда. А вы здесь. Нам нужна физическая поддержка, пап. Потому что здесь малышей много. Так. Уважаемые друзья, в целях безопасности. Так, в смысле? Я говорю, туда, прям туда. Ой, какие? Вы точно взрослые. Никто не тянет. Никто. Все отпустили. Никто не тянет. Расслабили ручку. Никто не держит. Чтобы точно никто не упал, ваша задача не резкими движениями, а медленно, плавно, плавно втянуть. Хорошо? Ваша задача перетянуть меня на свою сторону. Тогда мы проверим, кто был все-таки сильнее. Дети постарше или дети помладше? Раз, два, три, тяни. Ой-ой-ой. Кажется, у нас тут что? Ровненько, что ли? Не поняла. Стоп! О, так вот, в чем была хитрость. Так, дети, громко кричим «Ура!» на счет три. Раз, два, три. Идите, ищите кого-нибудь себе в поддержку, они там взрослые. Не тянем, никто не тянет. Никто не тянет. Что, не ферштейн? Отлично. Так, добавляем. Стоп, не тянет. Ну, честно, играем, а то это штрафное очко получите. Так, становись. Все взялись. С этой команды все взялись. Что все? Я там вижу малыша, такого малыша. Хорошо. Раз, два, три, тяни. Ой. Чего? Опять ничья? Ничья, потому что я никуда не переходил, ни вправо, ни влево. Мне кажется, вы тут все сильные. Так, еще третий раунд. Вы согласны на третий раунд? А вы согласны? Тогда держимся, уважаемые родители. Смотрите внимательно, я вот приклеилась. Будем проверять, кто меня перетянул. Куда я отойду? И вы меня должны перетянуть. Отойдите, меня тут перетягивают, знаете ли. Раз, на счет три. Раз, два, пять. Кто считать до трех не умеет, а? Раз, два, семь. Раз, два, три, тяни. Ой, как-то. Ой. Так я стою. Я вон только туда тяну. Ой, стоп. Там уже было много взрослых. Уважаемые друзья, станьте рядышком друг с другом. Прямо вот в этот кружочек. Отпускаем канат. Канат мы отпускаем, становимся в кружок. Все вместе становимся. Большой кружок. И будем сейчас, в связи с тем, что, кажется, вы выиграли все. Все. Будем сейчас с вами звать мой сюрприз. Да, все становятся рядышком со мной. Прям вообще со мной. Кто придет? Медведь? Не уверена, что медведь. Ну, как-то он вроде в широтах, тем более в озере, что ли, плавал, отдыхал, что ли. Как приходил? Медведь? И не съел никого? Какой-то неправильный медведь, который не ест никого. Белый? Вегетарианец?